Спасибо большое за приглашение. Спасибо Павлу Васильевичу. Он как бы пытается возродить традицию наших конференций ежегодных с участием всех людей, которые занимаются именно интервенционной радиологией в онкологии. И как бы начинали мы эти конференции проводить во Владикавказе ежегодно летом, но вот как бы энтузиазм Павла Васильевича, наверное, приведет к тому, что мы, наверное, вернемся к тому, что они будут проходить регулярно опять каждый год, и, может быть, как база будет ваш институт. Рак легкого занимает первое место в мире по смертности среди злокачественных новообразований, в то же время по частоте метастатического поражения, это вторая локализация. Пациенты с немелкоклеточным раком легкого и также с элитарными метастазами являются операбельными только в 20% по данным исследованиям. Причиной, как правило, является либо распространенность опухолевого процесса, либо сопутствующая соматическая патология. Традиционно эта группа пациентов подвергается, помимо хирургического, дистанционной лучевой терапии. По данным различных авторов, трехлетняя выживаемость составляет 34%, но в то же время радиочастотная абляция является тоже неплохим альтернативным методом лечения по отношению к хирургии. В чем плюс радиочастотной абляции? Опухоль достаточно хорошо визуализируется на фоне легочной ткани, и за счет плотности легко вводить электрод, легко его позиционировать. Четко достаточно определяется граница распределения энергии, возникает так называемое матовое стекло, зоны ожога и демаркацию воздействия на опухолевую ткань, легочную ткань тоже достаточно легко увидеть, особенно при современных методах, таких как КТ и плоскодетекторная компьютерная томография. И, ну, пожалуй, главным преимуществом перед дистанционной лучевой терапией является возможность воздействия на множественные очаги. Впервые возможность воздействия радиочастотной абляции на ткани и термический эффект была продемонстрирована в 1891 году, а клиническое применение началось с 1993 года. В клинической практике для лечения опухолей легких радиочастотная абляция была впервые применена в 2000 году. А у нас в Самарском онкологическом диспансере первая операция была выполнена в 2008 году. С 2007 по 2015 год выделение было выполнено 421 радиочастотная абляция у 268 пациентов. В том числе 123 радиочастотные абляции были выполнены у 98 больных с первичным раком легкого. Все операции выполнялись на аппарате компьютерной томографии General Electric 16 срезы с функцией КТ-скопии. Для проведения абляции использовался аппарат CoolTip. Отбор пациентов мы старались проводить все-таки действительно неформально, действительно собиралась комиссия с участием торакальных хирургов, если было необходимо, привлекали кардиологов, реаниматологов. Вот если говорить о работе в рамках областного учреждения, на самом деле достаточно много больных с тяжелым коморбидом, которых торакальные хирурги не стремятся оперировать, и они всегда являются предметом обсуждений. И до сих пор я довольно часто, меня приглашают на торакальный консилиум, который проходит ежедневно для обсуждения части этих пациентов. Морфологический тип опухоли приведен на данном слайде. Большинство пациентов с первичным раком легкого была аденокарцинома. Вторая группа – это плоскоклеточный рак. Вот одного пациента мы даже было выполнено радиочастота с недифференцированным раком. Метастазы на первом месте были метастазы колоректального рака, рак молочной железы, меланома, рак почки, рак легкого, прочие метастатические поражения. Этот слайд довольно сложный, но суть его заключается в том, что при наличии множественных поражений вмешательства выполнялись, как правило, в несколько этапов.
И особенно при наличии двухсторонних поражений обязательно надо эти вмешательства делить на этапы. Не стоит выполнять вмешательство в один этап на двух легких. Медиана выживаемости для рака легкого составила 45 месяцев, для метастатических поражений 30 месяцев. Вот на этом слайде приведена типичная картина развития изменений на компьютерной томографии после выполнения радиочастотной абляции. Первичная опухоль. Первичная опухоль. Потом появление матового стекла. Потом формируется фиброз. В дальнейшем фиброз уменьшается. И остается вот такой остаточный рубец. По данным различных авторов, осложнения после радиочастотных абляций наблюдались в 11 до 59% случаев. И такая разница, на наш взгляд, была связана с тем, что каждый автор под понятием осложнений при данном вмешательстве понимал разные вещи. По нашим данным, частота осложнений составила 24,9%. Что же считать осложнением при радиочастотной абляции легкого? Наиболее распространенным осложнением, конечно, является пневмоторакс. Пневмоторакс может требовать дренирования плевральной полости, может не требовать дренирования плевральной полости при радиочастотной абляции. При традиционном хирургическом вмешательстве это вообще является нормальным этапом оперативного вмешательства. То же самое плеврит при традиционном оперативном вмешательстве является нормальным явлением. При радиочастотной абляции он может встречаться и может не встречаться. Нужно ли пневмоторакс и плеврит считать осложнением в данном случае, трудно сказать. Если мы говорим о резекции легкого, это воспринимается как норма, и осложнением не считается. При РЧА зачастую его включают в осложнение. И, соответственно, осложнение можно разделить на малые. Малые осложнения, как правило, не требующие никаких вмешательств, это малый пневмоторакс, плеврит не очень выраженный, пневмонит, воспаление легкого, связанное с ожогом, небактериальное, и паренхиматозные кровоизлияния небольших размеров. Большие, требующие хирургического вмешательства, но, как правило, это малоинвазивные хирургические вмешательства, выполняемые в условиях рентгеноперационные. Это дренирование по поводу плеврита, по поводу пневмоторакса, дренирование МПМ у плевры, дренирование гематоракса, дренирование абсцесса. Также мы столкнулись с осложнениями, которые встречаются достаточно редко, но тем не менее они в литературе тоже описаны. Такое осложнение, как воздушная эмболия, вызванная с попаданием электродов в просвет легочной вены, возникновение там явлений кавитации, соответственно, явление эмболии головного мозга воздушными эмболами и бронхоплевральной фистулой. Ну и, соответственно, если посмотреть на структуру осложнений, если мы говорим о тяжелых осложнениях, то есть требуя серьезного как бы, контроля и вмешательства, таких осложнений было всего 2,4%. Остальные осложнения можно отнести к нетяжелым. В большинстве случаев требующих или не требующих постановки плеврального дренажа. Ну, как пример, локальный пульмонит – это повышение температуры, болевой синдром, выпад в плевральной полости, кашель. На снимках оно выглядит вот приблизительно так. Как правило, лечится нестероидными противовоспалительными препаратами, достаточно быстро купируется через несколько дней. Но при пациенте эти требуют наблюдения. Поэтому при выполнении радиочастотной абляции легких все-таки желательно наблюдать больных в стационаре как минимум неделю по нашей практике, потому что с учетом того, как у нас работает амбулаторная сеть, как работают другие лечебные учреждения, лучше повнимательно их смотреть, делать контрольные снимки, делать контрольные УЗИ при подождении на плеврит, при субфибрильной температуре и не стараться не пропустить МПМ и плевру. Вот вы картина выраженного пневмонита, потребовавшего дренирования плевральной полости. На третьи сутки после абляции мы увидим
выраженный жидкостной компонент. Функциональная эвакуация жидкости эффекта не дана, не дала, и был установлен дренаж в плевральную полость. Через один месяц произошло фиброзирование очага и практически разрешение. Эмпиема плевры. Достаточно редкое осложнение. Казалось бы, тоже вот традиционно достаточно прошло радиочастотной абляции, никаких проблем сначала не возникло. На третьи сутки состояние пациента ухудшилось, и был выявлен гидропневмоторакс. Был установлен сначала один дренаж, но потом присоединилась бактериальная инфекция, что потребовало дополнительного дренирования. Полости разделились на несколько, и тоже пациент ввели без оперативного лечения. Был установлен дренаж билиарный, наружно-внутренний, где множественные отверстия были расположены через всю полость плевры. Проведена была диссекция проводником. И, в общем-то, через 3 месяца мы видим разрешившуюся эмпиему с остаточным фиброзом. Бронхоплевральный свищ – одно из наиболее серьезных осложнений, который всегда должен оставаться предметом дискуссии между торакальным хирургом и интервенционным радиологом, когда оперировать, наблюдать или оперировать. Но у нас все-таки наши торакальные хирурги нас подталкивают к выжидательной тактике в этой ситуации. Насколько это оправдано, трудно сказать. Части пациентов, конечно, бронхоплевральные свищи спонтанно разрешаются, но участие требует, на мой взгляд, более активной хирургической тактики. Вот пациент, которого мы потеряли, у него тоже была выжидательная тактика выбрана, был установлен активный дренаж, и на фоне бронхоплевральной фистулы у него развелось еще и эрозивное легочное кровотечение. Пациент погиб практически мгновенно. Ничем мы ему помочь не смогли. Мы считали, что в данном случае надо было его, конечно, оперировать. Другая ситуация, тоже радиочастотная абляция, образование периферическое. Контроль сразу после РЧА, небольшая полоска воздуха, но связанная с ожогом плевры, тоже ничего вроде бы проблем не предвещало. И потом мы видим вот такую картину с формированием подкожной эмфиземы, плеврита. И в данном случае было принято решение о эмболизации бронха, сообщающегося с фистулой, что может тоже применяться при наличии... Ну, у нас в отделении есть человек, который владеет бронхоскопией, катетеризация бронха, сочетанный навигации рентгенологической и бронхоскопической, был найден свищ, и туда были установлены спирали окклюзионные. В принципе, таким образом удалось эту проблему разрешить. Вот контрольные снимки. Пациент прожил 5 лет. При контрольной компьютерной томографии через 5 лет признаков прогрессии не выявлено. Еще одна радиочастотная абляция, которая привела к развитию абсцесса легкого. Тоже сначала типичное матовое стекло, а в дальнейшем образование полости. В данном случае абсцесс мы не дренировали, а он самостоятельно разрешился, опорожнился в бронх. Поэтому когда видите абсцессы, не всегда стоит этих больных непосредственно. Иногда достаточно провести санкционную бронхоскопию, и это приводит к разрешению проблемы. Ну и возвращаясь к проблеме, если мы говорим о всех осложнениях, то их как бы много. 25% практически больных мы видим
осложнение, условно говоря. Но в то же время, если мы отбросим плевриты и пневмотораксы, мы получим всего 2,4% осложнений, при летальности 0,5%. Два фактически фатальных случая. Одним был связан с воздушной эмболией, второй с развитием плеврального свища и эрозивным кровотечением. Как выводом можно сказать, радиочастотная абляция является относительно безопасным методом лечения. И его можно применять в тех случаях, когда традиционное оперативное лечение по каким-то причинам не показано. Также по нашему опыту опухоли центральной локализации с пациентов с хоблом являются пациентами особого риска, и надо особенно осторожно подходить к лечению таких пациентов. Третий вывод, что купирование большинства осложнений возможно нашими же рентген-хирургическими методами лечения. Спасибо за внимание.